Добрый день! Сегодня хочу вам рассказать и показать, как можно дома вкусно приготовить чесночный батон или чесночные булочки. Для этого нам понадобится либо батон, либо булочки. Я обычно беру багет. Понадобится специальный соус, в который входит масло сливочной комнатной температуры, чтобы легко вилкой мялось. Также понадобится чеснок, перетертый через чесночницу, зелень и соль по вкусу. А также понадобится фольга. Итак, соус я весь перемешала. Теперь батон, в данном случае багет, я порезала на небольшие кусочки и порезала на такие вот половинки. Теперь каждую половинку я буду растирать вот этим вот замечательным соусом. Итак, вот я намазала две половинки, оторвала кусочек фольги. Теперь мне надо соединить эти две половинки так, как они были, когда были целыми. Так, вот так вот. Соединяем и аккуратненько закручиваем все это дело. Итак, как я вот так их положила, точно так же я их закрутила. И теперь я беру посуду стеклянную. Это все дело выкладываю сюда. И ставлю в разогретую духовку. 180 градусов. Для того, чтобы масло, специи, все это перемешались. Скажем так, пропитался батон. Такие булочки, они запекаются очень недолго, минут за 15-20, и уже готовы. Вот я достала свои булочки чесночные из духовки. Они у меня получились такие вкусные, ароматные. Я их буду держать в фольге до тех пор, пока кушать их не будет моя семья, потому что они будут твердеть и становиться невкусными, черствыми. Эти булочки очень хорошо кушать с бульоном. Вот, в принципе, все, что я хотела вам рассказать и показать. Подписывайтесь на наш канал и узнаете много чего полезного и интересного для себя.